До старта Олимпиады в Пекине осталось меньше месяца. Организаторы обновили антиковидные правила, они будут действовать для всех участников, официальных лиц, журналистов и гостей соревнований. О порядке въезда и пребывания в Пекине рассказал замглавы канцелярии эпидемиологического контроля Оргкомитета игр Хуан Чунь. Как минимум за 14 дней до въезда необходимо завершить полный курс вакцинации. При этом настоятельно рекомендуется привиться бустерной дозой. До вылета в Китай необходимо сдать 2 ПЦР-теста, каждый из которых должен проводиться с интервалом в 24 часа. Переболевшие, особенно в течение 30 дней до въезда в КНР, должны пройти 2 дополнительных теста с интервалом в 24 часа. То есть в общей сложности им необходимо сдать 4 теста. Если все анализы окажутся отрицательными, они могут сесть в самолет и прилететь в Китай. Мы разработали специальное приложение, своего рода систему мониторинга состояния здоровья, которое ежедневно собирает отчеты о любых симптомах, связанных с COVID-19. Организаторы отмечают, что на фоне быстрого распространения омикрон-штамма игры станут серьезной проверкой для созданных в Китае механизмов профилактики и контроля. Чтобы свести риски к минимуму, в Пекине утвердили систему управления замкнутого цикла. Ее главная задача – исключить контакты между отдельными группами участников и сопровождающих лиц. На протяжении соревнований члены одной группы будут вместе тренироваться, смотреть матчи, обедать и отдыхать. Менеджмент в формате замкнутого цикла – это основа организации зимних Олимпийских игр в Пекине. Мы создали большой и малый замкнутый контур. Большой относится к трем главным соревновательным зонам – это Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу. Малый контур – это спортивные площадки, жилые зоны, рабочие места и медиа-центр в каждой из трех зон. Внутри них есть магазины, салоны красоты, тренажерные залы и рестораны. Тестирование на коронавирус будет проводиться с 6 утра до 11 вечера. Результаты анализов, взятых до полудня, будут готовы в тот же день. Вячеслав Пасманик по материалам CGTN.